В этом ролике я отыграю колонизацию Марса и построю там свой город. Я отправлю туда несколько экспедиций с помощью ракеты. Мы построим на Марсе огромную инфраструктуру, от лаборатории по выращиванию растений до бура для добычи ископаемых. Отыгровка получилась очень крутой и масштабной, поэтому советую досмотреть до конца. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самое залайканное будет исполнено в следующем ролике. Поехали. Бабиджан, все системы готовы для запуска ракеты на Марс? Я не знаю, не проверял. Начинается программа колонизации Марса. Нужны опытные космонавты на космодром за городом. Проходите, проходите, проходите. К ракете не подходите, это опасно. Выстроитесь, пожалуйста, в очередь перед центром управления. Мы будем вас, так сказать, проверять. Космонавты вы или никто? Ладно, предоставьте документы, что вы действительно космонавт. Около космонавтики, справа от тебя бомжара стоит, yeah. Просто который говном здесь просто кидает. Показал документы космонавта. Так, ладно, охрана, вы видите вот этого нищего? Он нам не нужен, все остальные подходят. Наша цель — колонизировать Марс. Вы будете первой группой, которая отправится на Марс. Вы должны будете заложить основы нашей колонизации, построить главную базу и от нее уже развиваться дальше. Вы все говно. Не, спасибо. Это шутка, если что, не принимайте ближе к сердцу, да. Что ж, скафандры и все остальное оборудование в ящиках, разбирайте. А можно мне взять желтый скафандр? Только желто-голубой мой. Итак, вы будете первой нашей командой. Первым эшелоном, так сказать. Готовы? Да. Так точно. Так точно. Бабиджан будет руководителем миссии. Он даст вам все указания и все задания, когда вы уже приземлитесь. Потому что тот, кто нечетко будет выполнять мои четкие указания, тот будет нечетко отправлен на тот свет. Надеюсь, всем все понятно. Так, аккуратно. Кто космос не любит, того и космос не любит. Ну все, собственно говоря, заходим. Самое главное, никого не впускайте на эту взлетно-посадочную полосу для ракеты. Бабиджан, ты меня слышишь? А я слышу все! Все, я провожу запуск. Проверил системы. Так, все системы в норме. Моя рука на красной кнопке. Все в норме! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вы приземлились? Тихо. Вы меня слышите? Там Хьюстон, ёбаный. Да, земля слышит вас. Короче говоря, в результате посадки от ракеты откололся один, собственно говоря, модуль, в котором был человек. Соответственно, он улетел в неизвестном направлении, потерялся. Хватит мотаться как сумасшедший, блядь, сколько можно? Пш-пш, он, получается, погиб, да? Да, он погиб. Он, если что, еще с вами, ну, технически, поэтому не говорите, что он погиб публично. Да. Мы передадим его семье, что он в полном порядке, сейчас спокойно. Где-то в песках. Ну, собственно говоря, все в норме. Так, нам разрешите нам покинуть, соответственно, корабль для того, чтобы начать исследование поверхности Марса. Саса. Разрешаю. Так, повторяй, пожалуйста, еще раз. Кто у нас здесь агроном? Еще раз. Я только ученый. Ты не знаешь, кто такой агроном? Ты, блядь, что, идиот? Землю изучает. Землю. Немного. Землю изучает. Ну, там, я не знаю, умеешь растения задать? Я могу проверить. Ну так, да, я умею. Подожди, я тихо, растения садил. Я растения. Отлично. Садил. Значит так, на тебе возложена огромная ответственность. Ты должен построить грядки с растениями, которые будут вырабатывать кислород, чтобы мы могли, блядь, ходить без, ну, этих, как у там, блядь, противогазов. Скафандров, вот, правильно, да, скафандров, да. Вот, начни это делать вблизи ракеты для того, чтобы мы тебя видели. Так, мистер, ты у нас кто? Очень жесткий человек, очень выносливый. Ты у нас будешь строить штаб для того, чтобы мы могли точечно связаться с Хьюстоном и передать ему всю информацию. Правильно понимаю? Нахера тебе радиационный камень? Это что это? Я нашел это. Да тихо ты. Оно было где-то возле вон того камня, когда я собирал грудь. Бабиджан, может, мы это изучим? Вставим в... Так, уберите это вообще отсюда, ну его в жопу. Так, занимайтесь своим делом пока что. Изучайте камень, стройте контейнер, стройте второй контейнер. Что, ничего больше от вас не нужно. Внимание, внимание, Бабиджон, говорит Земля. Земля, слушаю вас. Нам нужно как можно скорее отправить вторую миссию к вам, чтобы помочь вам, потому что вы очень медленно работаете. Постройте быстрее кислородную вышку. Сейчас я вам построю вышку, нахуй. И вышку, и мышку наружку. Бабиджон, внимание, это Земля. Не надо строить мышку, нужно строить вышку для кислорода. Приняли? Я все принял. Все понятно, спасибо, пожалуйста. Бабиджон, Джон, как вышка? Строится или нет? А вышка достроена! Опа-на!
человек хуярин. Ой, давай, дорогой. Так, пацаны, хорошие новости. Бобби Джон и его команда начали установку вышек, которые смогут создать условия для нормальной жизни. Я имею в виду кислород. Естественно, нам нужно еще поработать, нужно намного больше вышек, а также посадить растения, чтобы сделать планету зеленее. Ну, соответственно, вы знаете, растения вырабатывают кислород и так далее. Короче, за мной все. Вы будете второй группой космонавтов. И помните, парни, у вас очень важная миссия. Вы колонизируете другую планету. Вы первопроходцы. Да. Удачи вам, парни. Вы настоящие герои. Спасибо вам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бобби Джон, к тебе отправились новые космонавты. Они должны были прибыть на Марс. Бобби Джон, слышишь меня? А я на связи, да. Бобби Джон, смотри, убери что это. Я нашел. Убери это говно, убери это дерьмо. К тебе прилетели еще одни космонавты. 11 человек. Отлично, сейчас их приму. Мы команда поддержки, мы прилетели вам помочь. Объясните, расскажите, что вы сделали. И расскажите, какие наши дальнейшие действия. На данный момент, что необходимо, соответственно, отстроить. Первое, жилой массив. Нам необходимо где-то, собственно говоря, пребывать, поэтому, ну, не на камнях же спать. Соответственно, нужно построить какое-то жилое помещение, желательно побольше, а то вас до хрена. Так, смотрите, нам сейчас построить общежитие, получается, где будут наши космонавты жить, и еще что построить. Жилой модуль. Строим жилой модуль. После этого нам необходимо улучшить грядки и, соответственно, сделать бур. Поиск, короче говоря, полезных ископаемых и, возможно, каких-либо микроорганизмов внутри коры вот этой вот земли, вот, в общем-то говоря, планеты. Вот. Уберите это говно, пожалуйста. Вот. Хорошо. Нам нужно 4 добровольца, которые построят... Я сказал, только надо двое, я их назначил. Я на компании работаю. Ты дебил? Свои 12. Отвечать я пока что буду руками. Ну, потом положу часть, ну, положу образцы в колбу. Тыква. А. Это земля говорит. Как идет выращивание растений? Они приспосабливаются к местному климату? Да, мы установили тут батареи, чтобы была более подходящая температура. Ну, пока что растет. Попробуйте вырастить что-то питательное, например, картошку или морковку. Да, Дым, мы как раз это пытаемся. Отлично, давайте. Диско, Джой. Что вы делаете? Какова ваша задача? Как продвигается ваша? Сейчас задача уже все построена. Оранжерея улучшена. Жилое общежитие построено в виде капсул. Еще у нас жилой модуль строится еще. И мы строим сейчас бур примерно. Куда нам сказали. О, если вот это. Хорошо, отличная работа. Строитель в деле. Строитель тут. Строитель в деле. Бобби Джон, это земля. Я слушаю, Смотри, мы немножко выбиваемся с графика. По сути, я уже должен третью группу отправлять. Моя оценка такова, что на данный момент заселять планету сомнительно. Можно, но рискованно, поскольку у нас... Бобби Джон, самое главное, вы бур сделали? Бур в процессе, бур в сессии, так называемом. Мы практически его доделали. Ладно, давайте я раскрою главную цель этой миссии. Мне плевать на озеленение этой планеты, мне все равно. Мне нужен бур, мне нужны полезные ископаемые в ней. Марса. Мне нужны работники. Охренеть, открыли Америку, ёкарный бабай. Да я это изначально же знал, господи, это было очевидно. Короче говоря, бур практически готов, скоро все будет, так сказать. Ну и жилые массивы тут тоже имеются, так что все в ажуре, как говорится. Отбой там, конец связи. Конец связи. Итак, казармы и бур почти готовы к эксплуатации. Самое время отправить на Марс третью, самую большую группу колонистов. Итак, проходите все к ракете. Берите скафандры, берите снаряжение и становитесь в линию. Тут где-то... Я не могу взять снаряжение. Так, парни, вы все готовы? Да! О боже, как вас много. Итак, ваша задача будет присоединиться к Бобби Джону, он командир экспедиции. Работка у вас будет не пыльная, казармы там есть. Основной вашей задачей будет добыча ресурсов. Хорошо, для колонии. Ну и для меня, естественно. Так, ладно, парни, к ракете все. Давайте вперед, вперед, вперед. Давайте помидоры в атаку. Так, парни, охрана. Я полечу вместе с ними, поэтому вы проведите запуск, хорошо? Вы знаете, как все запускать.
А вот и я! Добро пожаловать, Тёма Маск. Сколько можно было ждать? Что? Это последняя группа, которую я привел. И сам я отправился на Марс, чтобы все проконтролировать. То сейчас командные станции. Сейчас все в порядке, там мои охранники, они квалифицированы. Они видели, как я запускал первые две ракеты. Хорошо, новенькие, я сейчас кратко объясню. Мы построили БУР, вон командная станция. Сзади вас сейчас она находится темная, у антенной. Можете посмотреть. А сзади вас жилые комнаты, мы построили их. И у нас еще есть три оранжереи. Так, и БУР за вот этим... Короче, вы увидите, БУР, там будет она огромно длинная. Так, сейчас нам Барбекан и Илон Маск расскажут, что дальше делать. Всем слушать внимательно. Так, смотрите, все просто. Вы считаете горняки. Постройте еще несколько буров и добывайте полезные ископаемые. Все ясно? Да, ясно. Так, слушайте внимательно. Поскольку у нас там в оранжереях находятся растения, которые питают, по сути, вас всех кислородом, на растения не ссать, ходить в камни. Ладно, рабы, идите по казармам и ждите указания. Ваша задача добывать, сами знаете что, ресурсы. Так, хорошая работа, пацаны. Значит, смотрите, они сейчас добывают все. Сейчас, секунду. Нет, нельзя. Выйдите пока отсюда, не подходите. Чуть позже подойдете, через минут 5, 10, 15, 5-го. Минут 5, 10, 5-го подойдите, блядь. Ракета всех не вывезет, особенно, когда она будет заполнена ресурсами. Мы добываем ресурсы, выкачиваем тут все и улетаем втроем вместе с ресурсами. Звучит логично. Следующую экспедицию пошлем через примерно 3 месяца. Я думаю, эти пацаны продержатся тут. Илон Маск. А, чё, ты видишь, я слежу за нашей колонией, она прекрасная. Только где ресурсы? Почему БУР не работает? Так, короче, смотрите, товарищ Илон, так сказать, смотрите, тут такая проблема возникла. В общем, подошел ко мне, значит, H1TV с новостью о том, что у нас люди начали проносить каким-то образом на Марс оружие. Более того, готовится что-то масштаб. В общем, люди тут пронесли 5 штук глоков, глок 18 калибра, плюс они пронесли, ну, также коробку и пронесли коробку с дробовиками. Плюс, ну что, отлично, у тебя охрана там на земле, да? Отлично проверяет, собственно говоря, груз. Вообще великолепно. Баби Джон, мне нужно добыть ресурсы. Мне нужно добыть... Добыча ресурсов может быть остановлена отрядом макак с оружием. Ты должен это осознавать, они напрямую мешают. Так, ладно, я все понял. Собираемся возле штаба. Так, дорогие марсиане, я буду называть вас марсиане. Ну что, вы временно проживаете на Марсе? Среди вас есть нарушители порядка. Которые принесли оружие, ящик ГОК 18 и дробовики. Да, это я! Скрилл, может отойдем? Да, что? Вот вы, подожди. Подождите секунду, послушайте меня сейчас внимательно. Вот вы сейчас отошли, соответственно, от этой толчи, правильно? Да. Ну, и только что я прохожу мимо нее и слышу: ебать, погнали, бунт устроим! Короче, ресурсы собраны в ракете, можем улетать их, можем забить, раз вы, как помните, вначале говорили. Короче, они какие-то неисправимы, давайте съебываться отсюда нахуй! Так, парни, мы все решили, мы никого не будем наказывать за то, что у вас есть оружие. Мы оставляем в колонию... на вас. А выберите себе главного. Мы улетаем. Мы вернемся через 3 месяца. Слышь, ты, Илон Маск. Слышь, куда ты собрался? Что здесь происходит? Итак, скажу честно, это было очень сложно отыграть. Наша постройка несколько раз удалялась, нам мешали, нам было сложно контролировать толпу. И это, кстати, не первый бунт в нашей колонии, но мы решили закончить именно на этом. Короче говоря, под конец мы тупо устали, мы были уничтожены физически. Но все же мы попытались это отыграть красиво, и я думаю, что у нас вышло неплохо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока.